УДГУ активно включился в проектную деятельность. Уже год наш вуз работает по программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Эксперты разрабатывают проекты для системы высшего образования. Итоги 2021 года подвели на сессии «УДГУ-2030. Трансформация вуза. Развитие региона». На мероприятии представили 5 стратегических инициатив. Цель их реализации – формирование вуза третьего поколения. А на сегодняшний день стратегическая задача, как уже здесь было правильно сказано, это объединение всех возможных ресурсов, объединение умов, объединение педагогов. Гостями итогового мероприятия стали заместитель председателя правительства Татьяна Чуракова, председатель постоянной комиссии Госсовета региона по науке, образованию, культуре, туризму и нацполитике Татьяна Ишматова, преподаватели других вузов и студенты. Руководители проектов рассказали о модернизации промышленного производства в Удмуртии, о консорциуме «Интеллектуальный капитал устойчивого развития региона» и о преобразованиях в области экологии. Один из проектов посвятили созданию IT-парка в УДГУ. Этот центр обеспечит нашу республику специалистами со смарт-компетенциями, а образование и экономика сделают большой шаг в цифровизации. Основная цель нашего вот этого подпроекта IT-парк УДГУ – это обеспечение условий для формирования цифровых компетенций обучающихся. Причем мы нацелены не только на подготовку узкоспециализированных IT-специалистов, но и на формирование цифровых навыков также и у студентов других образовательных программ. Сейчас активно развивается предпринимательская деятельность, потому один из проектов посвятили обучению молодых стартаперов. Студентам пошагово объяснят, как реализовывать собственные проекты, начиная с поиска идей и заканчивая поддержкой готовых бизнес-планов. И сейчас стоит амбициозная задача даже ввести формат стартап как диплом, когда, по сути, начинаешь в вузе работать над бизнес-планом, и на защиту ты уже защищаешь свой проект в формате диплома. В конце мая мы планируем питч-сессию с привлечением предпринимателей реального бизнеса. Ребята могут представить свои идеи. Вот в прошлом году мы такое проводили. И по факту кого-то предприниматели взяли как наставники на сопровождение проекта, а кому-то даже подсказали, где можно взять деньги, чтобы уже начать реализовывать свой проект. Проектная деятельность сегодня – это трансформация и интеграция в социально-экономическое развитие региона завтра. Создание новых высокотехнологических отраслей обеспечит выпускников достойными местами работы, а университет превратит в центр научно-исследовательских инноваций.